Микролабик, ты здесь? Короче, пока ждем Виталика, у меня там кошка что-то мяукает, отойду на секунду. Да-да, ходи. Все равно пока все пожиру тоже. О, нифига себе, бил 25 минут. Я что там, запор? Кошка ёбнулась, залезла под ковер и не может вылезти. Чек на... Проверяйте бафы, пишите, кому чего не хватает. Еще раз, первого слизня не замедляем, прожимки не отдаем. Гуделк, смарткил, войдфорс, анальгин. Хаба, каску ханту. Обновили нам каску, есть на нас каска, посмотри, пожалуйста, хорошо. Анальгин, ШП здесь. Кулак друиду. Войд, ты здесь, брат? Ты и так последний по дамагу, блядь, на каждом боссе. Нахуй я тебя брал только твоим паладином? Еще и ФКшишь. Сука, сука, монета на удачу. Неужели 25 триумфа нету триню нормальную купить? Ёбаный пидор, блядь. Саннагея собирается, как гудик. Монету на удачу не пофартило, да? Сука, ни одной чарки нету. Просто нахуй ни одной. Петуша. Нашел, мы уже начнем наконец-то. Бля, заебись, одет, тупо триню поменять и зачариться, и можно давать свою пятнашку в легкую. Анальгин, микролабик. Каску магу обновите, копар, пожалуйста. Микролабик. Сука, как вы долго фыкашьте после этого дискона. Кулак друиду. Давайте, подходим ближе к боссу, на счет три будем начинать. Один, пей куклу, два, три. Блять, отожми, бибоп, отожми нахуй кнопку. Весь озеро слышит, там говоришь. Челка его какая-то на коне уговаривает, слышали? Слышали. Блять, минутка, чё? Стоп, ДД в босса, стоп, ДД в босса, стоп, ДД в босса. Господи, боже мой, 1%, стопаем, стопаем, убрали петов, нахуй. Боже, вайп, сука, блядь, не бейте босса, петов уберите. Боже, рост. Давайте рост, рост и бьем по дебафам. Отошли все от зеленого. И нечем будет сейчас красного замедлять. Тихим на хп. Я в первой полке. Сейчас красный будет смена, отходим от красного, сбегайтесь в цель зеленого. Красный ретаргет, ушли, ушли, ушли. Давайте, хорошо. Варенька, поднимай мага. Так, мы не сдохли. Пельмени смотрим, бафы магу, бафы магу. Надо было просто переводить дыш. Тут уж забыл, как рейдить. Да я что-то, блядь, заснул, у меня не были даже проценты включены. Красного отходим все. Ближе к стене прижались. Джейми на кому и пэт, короче. Если ты меня слышишь. Тихо, нету там. Сорян, да, ты сказал, запомнил.
Хватит зеленого все. Сбежали с цель, зеленого быстрее. Войт, у тебя есть реги на диван? От красного отходим. Хабы. Дека хаба, не живут. Не, вот чума была. Там фаза. Давайте. Все к столу идем, все к столу бежим. На все забили, к столу двигаемся. Давайте, бьем слизней. Цель зеленого, бежим. Теперь подальше от зеленого бежим. Красный смена. Охуеть, на мне был баф от зеленого, он меня выбрал в таргет. Да, Игорь. Забрать. Давай диван, Славик, сразу. Там 3 миллиона. Славик, нету в этого колбы. Токен покорителя на мейн. О, тут трэш. Шизарвин. Давайте на совет. Бля, ханты вообще Рома, ты тут, Рома? Да, тут. Ты, братик, ты будешь собирать еще на эту хрень? Не знаю, но завтра. Завтра не хочешь собрать? Не особо. Ты уверен? А ты договорился с нормальными типами? Да, я позвал топ сынка, короче, еще двух братиков своих. Сынок, это Эршан вот этот? Он же не умеет хилить нихуя. Но он пойдет в ФДК. Он типа за ФДК 23к дает. В скобочках нет. В скобочках пиздёшь, да? Да, ты двух человек только нашел, просто нам надо было человек трёх, три. Поменять. Три. А, трёх? Ну это уже другое дело. Нахер оно вам надо? Не, ну это просто статус, Вань, ну надо убить. Ну как ты можешь что-то... Есть какое-то достижение на серваке, а ты его не можешь сделать. Ну что ты, блядь, нормальный? Серваку 12 лет. Ачивки нету, ничего нету, ну... Смысл? Это психологически. Бля, ну когда ты девственности лишаешься, тоже ачивки нет. Ты пока не знаешь, но тебе это тоже светит когда-нибудь. А вдруг дадут ачивку? Вдруг дадут? С 25-ки именно. Может. Либо она была об этом дописали. Смарткил выключи, пожалуйста, ставь, это не моя. Не знаю, мне хотелось бы его убить. Собирать я не хочу, ну как бы у меня просто не будет времени заходить. Но Ване тоже хотелось бы девственности лишиться, но это ж не значит, что всему надо сбыться, блядь, да? Сука. Давай 18 секунд, быстрее. Можете законтролить? Ну уже нет.
пиздил меньше. Танки были бы лучше, да? Полетел я, блядь. Виталик, тебе по кайфу тело покидать, когда комп нормальный, грузится быстро, да? Да не надо так уже забьем. Говорите, дальше выреснем всех. Бля, нахуй БР потратить. Вообще для меня как бы кайф, если вот вся гильда такая в хуяке и на ауф ушла. Чтоб мне сделать свою гильду. Бля, пиздец, ну вот я не знаю. Там хватит под 15 ровно типов, чтобы уже войти сотку русских под гильдии. Потому что они там такие дебилы, блядь. Мне Балюк рассказывал, типа есть коммерческие гильдии, понял, зарплату получает там. Да, должна определенное число часов отыграть. Гильдии, понимаешь? Только некоторые гильдии платят зарплату, а некоторые просто себе все оставляют. У меня, короче, в городе знакомые по 70 косарей в месяц получают на офисе. Но они должны там по 16 часов в день, короче, в Варкрафте проводить. Нет, нет, нет. Не, они там ебать. Они там по 3, по 4, по 5 часов играют вечером. Ну это если прям такой статик, короче, классный собрал. Да, да. То да. А если все, ну, с нуля типа строить, то там пиздец, конечно, у нас либо. Сейчас фишка помер, железы посекут, тебя забанят. Гудик, Пелк, расскажи, что ты будешь Иви делать. Еще раз, я не слышал. Повтори. Гуделок, что ты будешь в Киеве делать? Я приеду туда на какой-то, блять, будешь в Киеве делать. Да все, ты каждый раз с моего телефона разговариваешь. Давайте. Фулбаф, пишите, кому чего не хватает. Напуливаем Талдорама на нокдауна втроем. Два ханта и рога. На кинетике сидим два ханта и прист Джулион. Мы втроем все время бьем кинетику. Если кинетика упадет, я вам двоим начислю ГП. Себе не начислю, я чмо. Хуя себе. Я сижу на этой конференции, короче, 4 часа где-то. Я хуй знает, во сколько она начнется. Где-то в 6, ну, скорее всего, я уже буду свободен. Ну, по крайней мере, я так надеюсь. И все, типа. Каску. И бухать. Каску. Капар, обнови каску, ну почему ты подрач такой, сука? Блять, мы... сука, вечно, блять, его только одного ждем, понимаешь? Ну, да. Да пиздец, блять, ты видел, нет, когда полам нахуй. Да я вообще забываю эти каски ебучие. Психопункт, ебучей. Ты тут? Психопункт. Да тут я каску жду. Ну нажми что-нибудь, чтоб я знал, что ты ждешь каску. А он тоже в рейде, блять? Это другой психопункт. А. Шизар, ты тут, Иван? Начинаем. Инстаграм, что не так? Клод-то, что не так? Каску варом, каску рогом, мы подходим ближе, запускаем. Ну если я, короче, не принимаю чек, ты там кричишь, мы пулим, я вернусь. Мы пулим. Да ты бою. Ай, Виталик. А чё ты там? Меня встретишь, Олеж? Если чё. В Печерскую Лавру вдвоём. Не, мне... На вокзале с провинции, мне там... Перегили, хочешь? И Васик подешевле, блядь. И тёлочки попроще. Дайте рост. Не, ну я на самом деле реально спрашиваю. Стоит на вас время тратить или вы отморозите? Худо он уже отморозился. Ну понятно, блядь. Куда в город приезжать?
Там мэр должен быть охуевший, блин. Бывать, кто-то бегает от шарика, всему рейду пизды раздали. Удел... Да? Ну и чё? Можем сходить в Киоты через Палауру, если хочешь. Там пиво дешёвое? Там... Нет, там... Не очень дешевая, да? Я буду бухать, я еду с целью набухаться в Киеве. Мне не важно, куда идти. Окей. Не услышал. Вот есть деньги. Сколько? Есть деньги. А сколько? На блять, чё, ты на интернете пополнить, что ли, чтоб ты там не ебался, что ли? Ебать ты синий, Олег. Ты не говоришь о деньги, если тебе пошли на вокзал встретиться. Если бы не было много денег... Плащ на мои нужен кому-то? Это на мейн вар? 100 грамм на мейн? Да, да. Ты неправильно задаешь вопрос. Деньги-то есть, но не хочу их как бы сильно тратить, да? Надо так спрашивать, кто хэм будет, а не следующий. Серьезно, можем собраться вместе. Это уже не важно. Ну че, а... Фоткайся там. Ну понятно. Ну я все в понедельник назвоню, потому что, скорее всего, буду уже в понедельник в поезде чалиться. Выложим. А кто там? Ты, этот, как его зовут, блин? Фотограф, кто еще там есть? В Киеве. Заливин. Ну это фотограф. Как тебя хуёво слышно, это пиздец, блять. Просто вот, сука, печатай. У Валеры, короче, Норекс тоже из Киева, Елена. О, мы пришли на встречу. Меня слышно сейчас? Давай на рейтинге. Какой у тебя рост? Что-то я вылетел. Душка. О, Бибопа, там тёлки на заднем плане возбудились, когда ты сказал «душка». Мой рост 1.99 м. Вес мой 119 килограмм. Уже не возбудили, здорово. Я не знаю, кому что нравится. Кто как хочет, тот так и дрочит. Рома, ты что, в общаге живешь? Я? Да. Да. Не, я в общаге раньше жил. К сожалению, уже не в общаге. А то ты сказал, тёлки там, у тебя несколько, что ли? Да я говорю, у Олега на заднем плане. Образование для тебя 119 килограмм, это ты жирный, низкий жиробас. А для меня 119 килограмм, это я обычный стройный пацан, высокий. Стройный жиробас, да. Трися, дай шкаф, пожалуйста. Подъезжай, блядь, Ванюш. Подъезжай завтра, пизжу, не завтра, во вторник. Чё приезжать, если я больше вешу, чем 119 слабцы. Тоже 2 метра. Так, тем более туда подъезжай. Ебать, мы их пиздить будем, прикинь. Это, скажи нормально, когда ты там в Киеве будешь? Во вторник. Дайте каску, копар, пожалуйста, охотнику, лапу. Есть друиды, интеллект, маги, пожалуйста. Рыба есть? Умоляю. Кто даст рыбу, это плюс кипа сразу. Рога на пуль хорошо, на танка здесь. Сейчас дам рыбу. Не могу дождаться, когда еле можем написать гуделка, если он приедет. Мне капу с собой брать? Чек на пол.
Рога, напуль, пожалуйста, на нокдауна. Чё? Хорошо, потому что я буду хуярить, укус срывать. Смарт-килл. Сейчас не думаю, сейчас. Вся хрень зубы дорого, блядь. Не... Смогу в костюме огонька бить или не смогу? Ладно, начинаем. На счет три. Раз, два, три, поехали. Тебя не будет бить, он не играет. Какой-то баф себе снял за вашего огонька пидорского. Не сможет быть в костюме огонька. Не надо резать вара, на него зеркало повесилось. Кто тут топчик? Я тут топчик, тут мой топчик. Славик, ну ты можешь у него хнистость поражать. Сука, почему лох какой-то поймал укус раньше, чем хан? Он не знает, что это такое, неистовство, блядь. Да ладно. Что магады должны быть? Надо сказать. Старый, где ты стоишь? Под босс. А ты? Я... справа. Далее, тебя вообще не слышно, просто. Я отпрыгнул вправо, подойди. Олег, короче, если ты можешь, уйди, пожалуйста. Ты просто заикаешься, нахуй, ничего не слышно, блядь, и ты нам мешаешь. Иди, иди заодно. Если можно, да, пожалуйста. Пока я онлайн, можешь геймы передать. Ладно, не иди, пожалуйста. Извини, пожалуйста, больше так не буду. О, ты сразу слышно стало тебя хорошо, как извинился. Это как мой, да, вчера? У меня ангина. Доктор сказал мне разговаривать. Нет, нет, опять не слышно. Хуйня. Попробуй еще раз извинись. В клубе где-то ищет точку, где ловит лучше. Ты выйди там наверх. Как шматфон, аппарат зашел, да? А чё у него там iPhone X? Антифир ханту, дайте антифир ханту, ханту, блядь. Походу у него iPhone китайский. А у него чё, iPhone, что ли? Ну не знаю, уже там спрашивал, у кого iPhone, у кого iPhone. Он спиздить хотел просто. Ага. Почтик, на мага передал зеркало. Да, нахуя хила укусили, сука? Чё, кого резать? Кого не резать, хил укушенный, блять, я не укушенный. Спасибо, ребята, нахуй ГП. Это я укусил хила, потому что ты как бы недостоин моего укуса, блять, поэтому я хила укусил, понял? Ты меня только за хуй можешь укусить. Я его не нашел, поэтому хила укусил. Ты не нашел хуя? Вечно ты хуй ищешь всякий, Виталик. Блять, мана закончилась, сука. Обидно. Ты, тебя можешь научить, как за лока ману восстановить, или тебе похуй? Я вроде бы пытался, короче, понял. Ну, типа... как бы не всегда ты успеваешь. У меня просто нету символа на жизни отвод, понял? Поэтому он мне нихуя не делает, и я его не жму. У меня тоже его в демоне нету, но я все равно его жму, когда у меня мана кончается. Ну, сука, иннер давать локу, это пиздец. Ну, типа, токен покорителя пар, роли. Как бы, ну, ничего такого страшного в этом нет. А кто забрал предыдущий из вас? Шизар? Я забрал. Значит, час нокдаун. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты. Я могу и в прошлый раз, я там ошибся. Ладно, не буду отдавать, постишь. У кого есть хила спеки на Валитре?
Пусть золотисто спекнется в холлика, я в протопал. Давай, хорошо, хорошо, после трэша спекнитесь. Кралька в ДЦ, не тотем в хила, золотистая в хила, копарка в танк. Господи, агрите трэш уже, бога ради. Бога ради. Сейчас все, весь рейд будем бить. Кикни ханта уже, заебали, честное слово. Каждый трэш приходит и встает этот аура с перфёмами. О, это я, извините. А, нет, это не я, нихуя. Это не я. Это я, извините. Пидор, на пули, блядь, заебал. Так ты там дебил, там АУЕ бьет. Кого напуливать? Тебя АУЕ убило. Ты хуе, блядь, посмотри, чего я тут. Вихрь, это крутит самоп, стоит в мелизоне. Бьем черепок все. Кликни хилов тогда, блядь. Кто у нас хилы? Понятно, блядь, Шизар, все. Я даже других смотреть не буду. Кажется, сейчас призывайте войско, или мы нахуй умрем. Это пизда, вот, телепортировалась куда-то черепок. Все равно черепок бьем. Джулиан, погиб на ХП. Если мирики еще выйдут от ледяной, это вообще заебись будет. А у нас были вайпы на боссах? Неа. Не? Ноль что ли, блядь? Пока идем на допинца. Будут. Ну понятно, что будут. Спрошу, были ли. Виталик, там у этих тоже АУЕ, короче. Да плохо. Не надо бояться тяжелой задачи, а надо бояться дешевой задачи. Это какой-то слоган у вас на заводе или что? В смысле? Это стишок, типа, русского, типа... Я не знаю такие. Нет, ты не смотрел видюшку? Его даже этот читал, блядь, как его? Безрукова. Да-да-да. Блин, а ты читал у меня вообще-то на стене стихи мои? Не, у меня еще есть капля гордости, блядь. Тебя нахуй. Хуесос. Да, стихи твои на стене, блядь. А что, у тебя там есть стихи, что ли, да? Да, сейчас я скину один из любимых, всем понравится, отвечаю. Не-не-не, не скидывай, они читать будут минут 30, блядь, потому что будут перечитывать. Они же без запятых будут ебашить, подлец. Прожимайте бурсты сейчас. Не, там типа стих. Бля, ну, текст такой, слишком длинный. Четверостишек, короче. Ну можешь ввести там сейчас в гугле, типа не надо бояться тяжелой задачи. Вот смотрите, я скинул стишок после Вальки на ивенте, почитайте, вообще охуенный, блядь. Ну, это мой, как бы можете сказать, что он не охуенный, как хотите, в принципе. Твой, ну, в смысле твой. Ну, я написал его еще давным-давно, и все, просто я его недавно перечитывал, как меня вштырило. У меня три стиха на стене ВКонтакте, они все мои, короче, я их писал сам. Ну, я раньше, у меня много стихов есть. Я в школе писал, короче, пару первых курсов универа писал. Ты хочешь сказать, что стих начинается, блядь, со слов «взгляд в голубое небо брошен», блядь? Да. Чё, плохое начало, что ли? В школе писал стихи, а потом скачал Вовку, да, Рома, и все. Блядь, Вовку, это, по-моему, с 10 класса играю, сука, нахуй. Я играю Вовку с 10 класса, сейчас на втором курсе аспирантуры, охуеть, блядь. Прямо щекочет нежно шею. Бля, Виталь, там серьезный стих, ты, блядь, потом не заплачь, только в конце это тебе посвящается, если что. Блядь, сейчас подожди, если я сейчас буду АФКшить, это значит, я эту хуйню дочитываю. Ебать туда хуя текста. Чё? Чё, даже больше, чем у это?
Взгляды в голубое небо брошены, сквозь души и солнце теплый луч, деревья в листьях терпят нож, на небе вовсе нету туч. Трава щекочет нежно Иди нахуй. Заебись, читаешь, мне нравится, давай еще. Давай читай уже. Давайте убьем это пенью и разойдемся, потом почитаем. Что читаю, уже заебал, Виталий. Не читай, не читай. Не читай, нахуй, человек на пол, короче. Я с ДЦ, короче, рейд хил, остальные все вальку хилить. Давай, че. В порталах за звездочкой будем летать, звездочку повесил на лизни тотема. Чек на пол. Прости, братом, я был. Нокдаун, я слева, справа. Без разницы. Давай, я справа. Копар, дай каску, друиду, пожалуйста, каску вару. Бля, у меня аж слезы текут. Давайте, начинаем. Виталик, запусти пета в бой. Ядовитое говно, подчиненное дано, супервкусное говно. Но наше говно, ядовитое говно, подчиненное дано, супервкусное говно. Это варенька вроде. У морды. Давай у морды. Песню выкинули. Блядь, стих тебе не понравился, говно какое-то ты включаешь. Это он по поводу стиха так выразился. Угу. Давай ты опять морду. Портал случайно зашел, там ДЦ похил без меня. Тот ближе. Бля, а чё серф в коте? Это прикольно, когда все ДД в хилу спекаются. Зарейте мне ману кто-то. А хил в хила не спекается. Ой, я проржался, блядь. Не, ну серф надо на сендере хилом точно. Залейте ману, да скон фейл. Ух, оставлен. Залил. Найс. Этих рост можете морда. Ожидать. Мне кажется, тоже лишние порталы бы полезли.
Давайте рост захиливать. Давайте чё? Рост хильте, ебать, что вы стоите? Эчтагим. Подавите ли меч? Да, 17 секунд еще, Гера, ебануться ли. Рома, мне оставаться в ДЦ? Нет, тебе нет. Давай, Серега, ты оставайся в хиле. У меня ПВП. Блять. Давайте тогда, я не знаю, кто. Ну, Серж хилар. Не, Серж, ну что, я хочу 5 сделать, зачем нам еще одного сделать? Ты 5 хилов захилиться. Ну, на Серж спекнется, у вас 4 только будет. Давайте, золотистая, оставайся в хиле, а копарка в танке. Вот так сделаем. Давай, давай. Отойду чайком. Спуститесь только вниз. Пояс на мейн. Пояс на мейн. Так это писал, не что... то. Войт. Лучший, который из профа. Да мне похуй. Силового собирает, а этот бери. Силового? Рома. А чё ты не хочешь в ДЦ стоять? Все равно два шипа еще есть. А ДЦ так нет у рейда. Ну и что, два ретрика еще есть. ДЦ ничего на синдре не дает. Он убрал одного мимика и сделал из него хилар. Не знаю. Ты хочешь ДЦ на синдре херовый. Сапоги на мейн. Сапоги на офф. Короче, как хочешь, я отошла. Штаны без ГП нужны кому-то? На ПВП протопало самые лучшие штаны. Нокдаун будет ПВП протопало. Все, кто уходят АФК, минус 50 ЕП. Да, Рома! Рома, я отошел в чайнили. Там золотистый аспект. Мне всегда очень срочно надо. Минус 100. Очень срочно. Зачем? Талик, ты дочитал? Тогда читал, но чтобы его прочитать, короче, вслух, его надо пару раз прочитать. Там есть немножко такие коверканные рифмы, короче, но что, если ты где-то в середине паузы не сделаешь, никто нихуя не поймет. Ну, может быть, да. Я тебя не спрашивал твое мнение, я говорю, как есть. Сука. Ты можешь сказать, хуёвый он или великолепный? Не, дрочи, если честно, я не верю, что конец, ну, прям ты это написал, если честно, ну. Но неплохо, неплохо, скажите. Прочитай там второй протёлок, короче, тоже тебе понравится. Не, первый тоже нормальный, только мне не нравится. Как-то ты чересчур там, блядь, короче, переписал Америкосов. Какой-то реальный, короче, бит, и вот это я не понял, нахуй. Я ничего там про Америкосов не писал. Но там были такие моменты, которые там, типа, приставил ствол ко лбу, блядь, и ты... Чё за хуйня, блядь, сука? Ну, это... Чё за гангстеры, блядь? В 13-м году было. Хильти, хилы. Рейд умирает от недохила, алё. Хаба вылетел. Хаба, заходи, пожалуйста, то у нас умер тот шаман. Сейчас. Ну то это ж не про Америковаса. А вообще мне дохуя стихов, короче. Просто эти прям вот три, которые на стене, мне нравятся. Серж, выведи мобов с текстур. А классных сколько? Чего? Хороших стихов сколько? Да, это невозможно оценить. Ну, знаешь, я первый стих в 9 классе, что написал. Вряд ли он хорош. Ну, вот этот мне нравится, который... Ну, у меня три на стене, они все три мне нравятся. Его подредактировать надо. Ну, я... Видишь, что там даже запятых нет, потому что я не ебу, где их ставить. Да запятые полку, я говорю, по содержанию. Как можно авторский текст редактировать, если он уже придуман? Там от папы собревать, понимаешь? Вот.
там не авторство. Бля, ну когда вот, когда он опубликован ВКонтакте, может за месяц до этого я его написал. 2012 год. Ну прикинь, нахуй, я на первом курсе или на втором курсе универа учился. На втором. Я тут. Один, один. Все молчат. Я думал, у меня чуть не работает. Я думал, ты мужу счет какой-то футбола называешь. Yeah. Завтра играет Реал и Барса. За кого? Какие прогнозы? Вот я не пойму, вот эта хуйня твоя, которая из металла сыпет град, это, блядь, к чему, сука, рифма, я не пойму. Это чё, блядь, белый стих? Снаряд, я понял. Тресните там психопункт за. Какой общий ДПС был на сутки, помните? 320. 331. Там 330. Вот вы какой максимальный общий ДПС подняли, когда даже в адептах были? 402 при мне было. Пиздишь. Интересно тогда, на первом месте сколько дал? Там на последнем месте был лог 17к ДПС. На первом не знаю, а на последнем был лог 17к. И это ты был, да? Нет. Войт пишет 420, но 420 не помню. Да он пиздит. Сережа. Хаба умирает, захильте хабу или сам себя захиль, бля. Поднимайтесь все наверх, тотемы там поубирайте снизу. Сверху тоже тотемы уберите. Это в гере я ДПС называю, в обычке, наверное, побольше можно дать. О, у тебя на аватарке это, да? Она вряд ли в обычке побольше. Обычки больше, чем в МДПС. Там же меньше ТП. Ничего, не закройте рты. Что ты говоришь, Виталик? Говорю, тебе острые козырьки зашел, Серёга, да? Да. Вообще, блядь, ну чё ты? Только хильте меня, пожалуйста. Смотрели сериал «Хороший доктор»? Я сейчас... Виталик, а ты смотрел «Табу»? Нет, нет, не совсем. Вот, посмотри «Табу», если тебе острые козырьки понравятся, тебе «Табу» еще больше понравится, короче. А что, с доктором Кралько интересный? Вот именно... Нет, это хуйня для телок. А вот там... острые козырьки, короче, ну... Прям зашел очень красивый сериал. Ну, мне вообще, ну, потяги британщины, если честно. И «Табу» вот там... еще жестче, короче. Сопровождение музла, ну, просто, блядь, охуенно. Давайте, пристабав обновите, каску обновите, пожалуйста. У нас 5 хилов в пятой группе. Кроме них, никто, сука, не хлопает. Я буду называть ник, если вы продолжите хлопать. Если мы вайпнемся из-за хлопков, вам ГП. Если вы умрете от бомб или притяжки, вам ГП. А, можно очень внимательно будьте. За ГП купить хлопки. Ну, заранее. Не хлопайте никто, блядь, пожалуйста. Если только на 4 хилах будет магия, кто-то один хил отойдет в сторону, будет хлопать. Во все тяжкие это не сериал, это говно какое-то. Мне тоже во все тяжкие не понравилось. Я не пойму, за что он так всем нравится. Я специально, вот чисто специально посмотрел весь сериал только ради того, чтобы говорить, что он говно, блядь. Никакой это не лучший сериал там в мире, ничего в нем такого нет. Нокдаун, ты одень фростшмот. И он мог понравиться только, ну, лошарам каким-то. Как по мне. Это чисто мое мнение. Оно не должно быть правильным, но оно должно быть. Все, закрой рот. Не знаю, но не настолько критично у меня, но мне он тоже не понравился вообще.
череда совпадений каких-то показывает. Варенька, ты тут? Мы пулим, Варенька. Стоим на месте, Варенька. Да-да, пульте. Начинаем, поехали. Никто не хлопает, сука, ноль хлопков. Хороший доктор — это переснятый индийский сериал, смотри, если что, его. Ну, это американский по-корейскому снят. Ну да, корейский, наверное. Корейский я смотрел, американский даже не думал. Нормальный. Ну, трэш. Не, ну прикольный, но трэш. Оба-на, у меня ДБМ не показывает. Вы там хоть говорите. Что, собачонки нету? Это ж хорошо. Да не, на рейде нету. Вообще ни на кого не кинул? Угу. Тупой. Почти вайпнулись. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти? Трепещите, смерть! Бать, я еще и выжил. Никто не хлопает. Ноль стаков на всех. Склепы бьем до 250. Увидели 250, стоп ДД. Я в склепе. Когда босс будет спускаться... Блять, отходите. Джулион, споешь гимн на ХП. 250 у склепа увидели, стоп ДД. Лево центр. Слякинка, не хлопай, пожалуйста. Ты больше всех нахлопал. Не бей. По моему склепу, стоп ДД. Правый бейте. Между склепом и слева. Стоп ДД у склепа 50 тысяч. Да хули ты там глядишь со склепа, блядь? Ловите. Хули попал, почему Джага света не висит на боссе? Три хила магия, не копим милики стаки. Милики, смотрите за стаками внимательно. ДЦ вредит или нет? Нет, ДЦ. Беги, малышка, беги! Да, у меня прыжок не сработал, сейчас умру. Один хил магии, никто не хлопает. Суслятинка, нам хватит ДПС без тебя. Постой, пожалуйста, с нами. Давайте, 2% до фазы. Два хила магия, метку под босса, лизни тотем под босса. Никто не хлопает, ничего не копим. Сразу склеп разбиваем, милики вышли. Нокдаун после второй глыбы поменяете. Поменяй сразу сейчас, когда стаки сбросишь. Зачем ждать второй глыбы, не пойму. Блять, чё, не бежишь? Иди меняй. Ой, дай... Склеп не бьем склеп, стоим. Не бьем его вообще. Давайте, бьем склеп. Танки меняйтесь по КД. Не надо ждать никаких склеп. Под босса, войд под босса. Пост. Я не успел скинуть. Ничего. Под босса, Трисия, вышли все. Кокосина, гимн на ХП. Кокосина, гимн на ХП. Одна секунда. Следующую под босса. Три хила магия, герцогиня под босса. Милики не копим. Дайте ауру, пожалуйста, какую-то. Чуть-чуть накопил. Простите. Не хлопайте, приедет, там захилится все. Стамажится. Косина под босса, милики выходит. Три ляма, ну три. Нет, под босса. Беги, малышка, беги! Ибо ваша шалкая магия теперь
Следующую сторону. В сторону хаба. Анальгин гимнах. Блять. Это сука. Сильно. Вот ты хуесос, блять. Это не я. Подобивайте, ну, а это баг. У тебя 100 тысяч хлопков сразу прибавилось. Да ну нет, у меня они и были. Это дыхание все убило. Блять. Чуть не обосрался. Откуда дыхание? Вот это бахнуло было на прошлом, когда ты хуешь. Вообще повезло нам, пиздец сейчас. Бля, клык упал. А я не. Я на ретро-король, сука, хуёво. Чекайте все в свои спеки, кто в каком был. Клык на мои. Сто грамм выше. Защитник. Ну чё, если на мейн, почему запол... А, это полное, да? Ну да. Это почти. А, раньше давали за 1100 в ситрине. Это сейчас сделали. Нарезайте всех, пожалуйста. Смоньте мне босса, мне надо телефон на зарядку поставить. А как воскресить питомца? Он у меня умер. Воскрешение питомца. Ну, пока выучить. Если пэт умирает, то это все. Попробуйте учить. Кнопка, блядь, есть. Воскрешение питомца. Что я нашел, блядь, заебали тролли. Сука, чуть не умерли. Я обосрался, честно признаюсь. И как, удобно сидеть сейчас? Нормально. Тепло. О, блядь, должен был расстроиться, шея не упала, ну ладно. Ты уже привык к этому, да? А как сейчас, золотистая уже танк, а копарка в ретрика? Да, копарка в ретрика, золотистая танк. Рыба есть у кого, да? Дайте рыбу, где 100 грамм, не вижу. Бегу. Давайте фулбаф по рейду. А вот ханты ставит этот камень, не плюс 10 ко всем. Угу. Так, а сколько у золотистой КД таунт получается? 50 секунд, значит, она не может всех станить. Может, но не хочет. Короче, давайте. Клота. Клота. Ты умеешь валик станить точечно? Клота, у вас там как гильдии били? А почему серс в котета я понять не могу? Я не знаю, вы втроем будете хилить, Ваня? Давайте в 4 хилабить. Серс, пекайся. Да мы захилим, не боись. Да, блядь, сейчас вы не захилите, улетит кто-то один, я плакать потом буду. Не, давай в столб улетел, мы с Ромой хилили, он в полине, я в Эдеме. Да нормально все будет. Тут два хила. Ладно, Серж, спекайся в кота обратно. 15 плюс человек в рейде будет. Серж, извини, спекайся в кота. Клота, пожалуйста, отзовись, ты валик умеешь станить трогай? Чтобы застанет, мне же нужно ее побить? Ну да. Это очевидно. Я могу не успеть. Ладно. Ты успеешь, что успеваешь набить. Тебе не 5 комбо-поинтов, тебе 4 достаточно. Фейл, ты же умеешь станить котом, валик? Короче, фейл, всегда кружок станешь, всегда. Первая, вторая, третья, четвертая волна валик, кружок. Это фейл. Первая и третья волна валик. Первая и третья. Копар станешь ромбик, герцогиня трусы. Первая и третья волна. Точечно молотом правосудия. Вторая и четвертая волна. Войд, ромбик, золотистые трусы.
Все понятно. Точечно, гнев небес мы юзаем только после молота правосудия. Давайте фулл баф, ребята. Я не фулл парабаф, у меня лапы нету. Все, поставил на все. Нет. Каска на мне есть, ну раздайте каски. Лапы нет, друиды, пожалуйста. По инерам до... Сон, ты заливаешь свой инер мега утеру, тупо вот видишь, что у него там 25 тысяч маны осталось, может 20, кидаешь ему инер и дальше по КД. Фейл также точно все время хаби заливаешь. Все, я ставлю себе звездочку, тотем эков земли, шаманы ставим, подвалик, паладины станем, я ловушку хуярю, второй хант ловушку. И все, локи на краю, пожалуйста, в центр влечения бегите. О, фласку надо было выпить давным еще. Квазар, Кис, Джулион. Что не так? Каски нет. Каску локом, пожалуйста. Бля. Проебал. Шепен, Джулион и Шизар, вы здесь? Варенька, ты заебал. Что, все, пулим? Пулим. Запустил босса, давайте все на места. Джейми, ты не забывай иступление снять, хантом. О, я не умею, чем... у меня кнопка не настроена. Где она? Блядь, была же настроена. Усмиряющий. Не, я два хата, если стан не вкачан, то один от одного, второго, то убьет танка. Это важно. Блядь, а на куда ее настроить? На шестерку можно или пятерку. Раз. С моего ханта там четыре кнопки пуляющие и все. Вот пятая, шестая свободная по идее. На девятку. Ты что, как Дима, на пианино играешь? У тебя пальцы такие длинные. И метку не забывай ставить. Скралька улетит. Давайте, 2 секунды до пула. Все же на переходке будешь мне инер заливать, если шо там. А ты мне. Мили зона, ловушка, милики, ловушка, протопал вас стоял. Чума, готовимся, одна секунда, несем к шаркающему. Герцогиня, чума. Милики, ловушка, двинулись все. Милики, ловушка. Проходим чуть-чуть все. 5 секунд, чума. Кокосина, чума. Диспел. Хорошо. Вордолаков с РДД зоны заберите, если можно. Милики, ловушка. Двинулись. Ай-яй-яй, блядь, протопал. Дальше проходи. Далеко протопал, иди. Все, хорошо, стоим. Сильно близко подводим. Знаешь, там нужно диспелить, ты сам все диспелишь. РДД, ловушка, милики, стоим. Протопал чуть-чуть назад, чума сейчас будет. Кис, чума. Спел, хорошо. Милики, ловушка, заходим РДД, на край. РДД. Ой, РДД, ловушка, на край заходим. Протопал, уходи на край, забивай на БДК, на протопала. Ну, БДК, вы нихуя не хилите, блять. В пизду, блять, Ваня. Забирай босса. Ловушка, вышли все на край, к краю, прижались. Ловушка тикает, бафы БДК. Ба, чуть не улетел. Прям на краю ловушки оказался, видали? Дайте приста баф и лапку. Все бафы по ДК прожали. Ханты ШП, бьем шары. Паладину немножко умирал, я что-то его хитнул. Да, шамана тоже так. Так, хорош, давайте дамажем. Можно я гимн стою? Ой, гимн, пожалуйста, ставьте тотем. Заберите вурдалака с меня.
Алла, духу, два шара впереди бьем. Быстрее, прижались в центр. Рост, нет? Да, рост. Быстрее, между личом и звездой никому не стоять. Маг какой-то стоит сзади меня. Бьем валик. Все три вали дамажа. Лужа. Милики, набрали рейндж, вышли из-под валькир все. Псы добили, все хорошо. Давайте, стоим все за спину, в звезду сейчас будем вставать. На ком осквернение бежит вправо, вправо. Рейд в звезду. Осквернение вправо или вперед, не влево, нихуя, блять. Вон где петы стоят, туда бежит лужа. Давайте, побежали, осквернение готовимся, станы валим и вправо лужа. Называю ник, вправо нахуй бежит. Анальгин, вправо, вправо. Убежали все влево. Далеко от лужи отходим. Бьем валик. Варенька, поднимай хабу. Некогда. Серж, поднимай хабу. Фейл, поднимай микролабика. Ромбик, трусы бьем. Ромбик, упал. Подожди, не вставай. Не, набрали рейндж, набрали рейндж. Вставай. Иннеры хаби, все залили иннеры хаби, набрали рейндж, лужа сейчас будет. Лича к трону веди быстрее, к звезде лича, быстрее к звезде, быстрее к звезде. Все в звезду пришли. Похуй на лича забили, в звездочку идем рейд. Все станы валим. Вали бьем, быстрее, быстрее две вали. Лича за трусами, трусы не бить, лича за трусами. Только круг бьем. Хорошо, все. Ты не бьем, бьем босса. Кот прыгнет. На край лича, еще на край. Далеко стоит. Сквернение, 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 рейндж. Киевы, блять, молодцы. Засали, блять, но я все сделал. Ты не говорил? Да. Сука, я ж приустал. Да там никого не было, нахуй, похуй. Рома, сквернение после третьей сразу. Все в центр. Куда ты убил? Слушаем. Одну валю отпустим сейчас, бьем босса. Yeah. Станы валим. Не бьем валь, только босса бьем. Все время босса. Станы валькиром и веди их за валькирами. Один процент. Хабу, блять, хаба. Захиливайся, на край, пожалуйста. На край. Я в вале был. Дайте мне иннер, срочно. Пиздец, Ваня, иди-ка ты нахуй с твоим хилом. Да нормально все. Дайте гимн на хп. Пой гимн на хп, Джолиан, гимн на хп пой. Я уже пою, пойду. Пейл, у тебя есть КД, без КД БР еще? Не срывай тебя грот пока. Роксон, если у тебя есть БР и ты это пытаешься написать, то когда мы выйдем из комнаты... Нет, до комнаты, выходим на переходку, сразу резаешь хаб. Отдал СС на БДК. Зрители же между собой. А, Нальгин, бой гимн на хп. Ну, короче, смотрите, Доксон, ты... плюс они, если у тебя БР без КД. Резаешь хабу, видишь, вот он в центре лежит между нами и личом. Ну-ка, блядь. Похуй, резаешь хабу, хаба встаешь и сразу все захил, блядь, шамана. Резай, 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 быстрей, 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 резай. Быстрей, 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 резай, 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 вставай нахуй, вставай, вставай. Захил, захил шамана. Фу, хорошо, бафы шаману, иннер ему. Ебануться. Когти гнать. Давайте, гимнов нихуя нету, ничего нету, живите как хотите, в звезду, блядь. Бежим. Захил. Бежим еще. Бежим. На ману есть у кого-то гимн? Сейчас остановимся, гимн на ману читаем. Анальгин, прочитаешь гимн в звезде, сейчас скажу на счет 3. 1, 2, 3, вот тут читать я стою. Я понял. Джулиан, читай гимн, куда, как сейчас куда? Пробежим. Идем, идем, идем. Бежим, бежим. Блять, у всех КД все. Ну ладно, сами там делайте что-то, ПТМ и ставьте.
Шазара нету маны, у Хабы мало маны, Мегаутер молодец. Откатится, дайте мне инер. Фаил. Я царь Серж, тоже не инер, короче. На край лича. Минута, Ваня, блядь. Пьем гневного духа. Метка черепка. Уходим к трону. Все, забили на все, побежали к трону. К трону бежим. За звезду спрятались. Забили на духа. Бежим все к трону. Если есть гимна ману, можете дать. Даю. Лужа. Это можете поставить. Лужа. Вернение 3 секунды. Рейндж. Рейндж. Доксон, лужа. Вот, бежали от него. Все, мана есть. От вас теперь все зависит. Все, тут уже все закончилось. Вся напряженка, блядь, издалась. Давайте. Еще 20%. Если не будет осквернения у ебанского, то я не знаю, на чем тут можно упасть. Бежим. Две комнаты, хули. И тебя могу удивить. Дальше проходим. Анальгин хуярит иссушением прямо над нами. Тупо мы стоим, и иссушение над нами бьет. Красава. Это по тактике охуенно. Бежим. Надо не базарить, когда доктор сказал не базарить. Пиши дальше. Ай, блядь. Конечно, я с Хабой с этим обосрался. Два раза тип умер. Но все равно мой рекорд не побит. Давайте, все к порталу. Засали, блядь, все бегут от меня. Талик второй раз притворился, ты видел? Бегите, бегите все от духов, от мелких. Видите, где я черепок, блядь, стою? Еще раз моя эрекция закончится эвакуляцией. Давайте, быстрее к трону, пошли, все духи спускаются. Осквернение 5 секунд. Брали рейндж, Мелизона рейндж, Квазар лужа. Никуда уже не веди, сейчас будет комната. Да, не могу. А, сейчас. Сыкло, блядь. Жизнь нет, вот в комнате пожмякаешь. Тогда комнаты, блядь, а жизнь. Все, последнее. Сибандох, ты как бы помог. Бежим, звезда. Пожалуйста, не умирайте. Да попробуй заебись. Бежим. А хоть какие-то эмоции испытал, когда шаман сдох, и мы начали от недохила умирать. Стоим на месте, стоим. Почему? Охуеть, вы стоите. Ну вот вас бомба ударила, а меня нет. Теперь бежим. Бежим. Еще дальше проходим, и все, и выходим из комнаты. Порталу и добиваем. У меня бай раскатился. Там сусляк где-то лежит. Не вставай тут. Не вставай. Я ему говорю, не вставай, стою. Это что, с первого трая мы убили? Угу. На изи. Батя, за ханта восьмой по дамагу. Ебать, настолько прям отстало, демон, сука. Так хантом тяжко наличие дамажить. Хуяшка, блядь, а демон локом легко. О, смотри, передамажить. Что такое? Ты девятый, Рома. У меня доты дотикали. Чё? Это фиаско, братан. Я чё, восьмой ты? До сих пор, слышишь? 39 цепных средних? Нет, я не вижу, да.
Сука. Понял, Ваня, нихуя не ты затащил, из не тотем затащил на переходке, когда хаб мертвый был. А, смотри. Я понял, красавчик. Смотри, ты на 9-м месте. Ты просто на 8к меньше дамаги кидал. Ну а видишь, а в моем рекаунте я, блядь, не на 9-м, со самбо. Нихуя, так у всех, смотри. Твой рекаунт пиздит. Ебать, ну ГП вам нахуй всем, кто рекаунты ваши линкует. Сейчас я вас, сука, всех в бан отправлю. На, Виталик, соси, блядь. Че такое? Ну там же... Какой тебе по дамагу, Виталик, а? Так ты, подожди. Да, молодец, даже копара обогнал. Смотри, во-первых, смотри на Синдру. Я тебя проебал только на 8к ДПС. А я на Синдре в склепе был, не бил склеп, короче, когда переходка была. А у тебя нет освобожденок, у меня были. А сейчас, короче, а, сука, а почему ты уже на 7-м? Че за хуйня? Соси, блядь. Почему, блядь? Что, блядь, Виталик обогнал меня, блядь, тварь? У меня только... Читер, блядь. Видели, как я два сквернения сделал? Так могут, кстати, роги, палы, маги делать скиллованные. Но нас никто так не может, конечно. Палы чем глыбы? Баблы. Бабл не снимает. А маги? Глыбой. Работает эта вся фигня, да? Не знаю, но видели, мертвым я притворялся и два раза снял. Да. Но это все знают, что у Ханта работает. Говорит, палы чем? Глыбой? Нет. А маги чем? Глыбой? Он просто наугад ебашил, ты понимаете? Сука. Нет, а роги чем? Глыбой, что ли? Поднимитесь, воины света! Ай, блядь. Резко будет? Ох, блядь, прилива. Вот, конечно. Ебать, блядь. Резко будет? Лол. Я заебался локом за кредит и два упора. Резко будет или нет? Ролим. Варенька, будет резко или нет? Не, я уже спать. Я сейчас никому не надо. Прилив на мэй нужен кому-то? Охуенно. На оф. Прилив на оф. Да ну на. Второй нужен кому-то? Второй на мейн, давай. Не могу герцогине отдать, суманите герцогиню. Сколько раз было? Попал, ладно. Это просто шкаф. Блять, все локи в Долоране, герцогиня в Долоране, лети сюда за приливом. А я могу себе забрать и тебе отдать? Можешь. Нет. Можешь, конечно. Только две рыски было. Сегодня будет рыс? 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 Токен завоевателя роли. Уступите токен. Пацаны, уступите токен. Две вчера убили вроде. По-братски, нахуй. Одну. Меньше на. Герца золотистая забирает токен. Или он не ролил? На мне уступает. Уступи мне. Ну ладно, ты второй по ГП. А чё, крепеешь что ли? Изи. Хорошо. Коня ролим, у кого нет. Фейл, у тебя нет коня? На, ты нормальный тип, ты сролил. Поздравляю. Заходите на ЕП. Никто не писал, что на другого перца заходит. Что ну, делать? Значит, не заходите, начисляя на этих все. Там и доп. ЕП. Ну да, мы же красавцы. А сколько с доп. ЕП ЕП надо начислять? Плюс 3000. 3500. А, 3500 даже, нихуя. Что больше, 4. Видели, какой охуенный рейд. Еще б Тухлика убили, было вообще заебись. Пошли.